Хорошо. Юлия, как вы себя чувствуете? Гармонии. Великолепно. Будем вызывать вашего куратора, и я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю к нам прийти в эту комнату диагностики куратора Корги. Куратора Юлии. А я уже здесь пришел без приглашения. А мы приветствуем вас, уважаемые Корги, и знали, что вы пришли. Очень рада вас снова видеть в нашей комнате диагностики. Как видите, всегда встречаемся больше, чем один раз. Я приветствую вас и благодарю Юлю за эту встречу. Я очень хотел увидеться лично и познакомиться для дальнейшего развития. Посмотрите, какими энергиями она сверкает сейчас. Именно такими, которыми сверкает Юпитер. Внутри ее гелевый стержень именно 90%. 10% Юпитера состоит из гелия. И понятно. Также у нее есть ответки, как Вера сказала, Hello. Это обручи Юпитера, хотя вы их и не видите, они туманные, их 4. Также у Юли идет аура вокруг нее, аура души Юпитера. Какие замечательные слова, и вы это рассказывали, у меня прям картинки прям шли. Как вы это красиво все визуализируете. Уважаемые Корги, у нас остались 10 вопросов от вашей подопечной Юлии. Позволите ли вы начать с вступления? Да, конечно же, позволю. Сначала я бы хотела выразить свою огромную благодарность своему куратору Корги, что он пришел на мою чистку. Я от радости плакала. Я всегда его чувствую и благодарю за это. Чувствую, что я никогда не одна. Это для меня очень важно. Я прошу тебя искренне, мой любимый друг, ответить на мои вопросы обширно, даже если они звучат глупо. Каждое слово даст мне понять, кто я. Я так заблудилась и вынуждена просить о твоей помощи. Благодарю тебя за это. Я с превеликим удовольствием отвечу на все вопросы, чтобы Юлия нашла свой правильный путь и в первую очередь себя. Отлично. Начинаем с первого вопроса. Какой уровень моего высшего я? 11-й уровень. 11-й уровень высшего я. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько процентов негатива я набрала на сегодняшний день? 19%. Один из самых низких показателей, которых мы видели. Правильно, Юлечка очень радостная. И это ее защита. Радость изнутри. Дарящая это... всем вокруг, но об этом позже. Благодарю вас. Следующий вопрос, третий. Что должна познать моя душа в этом воплощении? Душа Юпитера переносит свое состояние на Землю. Я объясню, что такое Юпитер. Это огромная планета. Для сравнения, если мы сравним Юпитер и Землю, то Земля будет как баскетбольный мяч. Sorry. Юпитер будет как баскетбольный мяч, а Земля будет как маленькая ягода, например, виноград. Масштабы огромные, конечно, да. Дальше. У Юпитера около 100 штук спутника. Вы не открыли еще все, но они существуют, в том числе очень большие и очень маленькие, состоящие из плотности льда. Некоторые газовые, все они заселены разными обитателями и существами. Есть позитивные, есть негативные. Все это крутится в системе Юпитера. Также души Юпитера все это переносят на свои воплощения. Они любят много людей, большие семьи и становятся центром внимание, хотя каждый живет своей жизнью, и никто не думает, что они центр. Они остаются в тени, но многое и очень многое зависит от них, чтобы все крутилось и жило. Поэтому твое воплощение — найти гармонию в себе, найти свой стержень, развивать свою душу, учиться, получать знания, не останавливать этот процесс. И тогда все, кто крутится вокруг тебя, будут в гармонии, целостности и позитиве.
Какой замечательный пример вы сейчас привели. Благодарю вас, уважаемый Курбан. И я благодарю вас за внимание к Юпитеру. Я перехожу, с вашего позволения, к третьему вопросу. Третий мы уже прошли, что должна моя познать душа в этом воплощении. Четвертый вопрос. Как я могу открыть свой третий глаз и как им пользоваться? Очень интересный вопрос. Чтобы открыть третий глаз, нужно им интересоваться, понимать, что это такое, и изучать. Находиться в постоянном развитии. Вы же не имеете в виду в прямом смысле расковырять череп и открыть третий глаз. Это на телепатическом уровне. Телепатический уровень дает развитие, только обучение и изучение нового материала, продвижение вперед. Уважаемые корги, у нас, в отличие от знаний о Юпитере, очень много знаний о том, как открыть свой третий глаз на Земле. Эта информация у нас есть. Есть очень много техник визуализации, есть очень много техник, как себе это представлять, как входить в это состояние. И я не вижу здесь огромной проблемы. Было бы желание, как у нас говорят на Земле. Найти эти знания совсем не трудно. Третий глаз помогает в визуализации, помогает ясновидение, помогает во всех других начинаниях. Человек получает просто информацию, но это надо получать осознанно, надо понимать, для чего он находится там, как им пользоваться, как блокировать ненужные потоки. В общем, Я бы хотел перебил тебя. Пожалуйста. Хотел добавить про осознанность. Ты упомянул осознанность. Я хочу сказать, что это такое. Осознанность не имеет ничего общего с умом. Осознанность находится внутри вас. Осознанность — это нахождение в моменте, проживая осознанную жизнь. Это значит, вы понимаете, что вы делаете. Когда вы что-то делаете, вы не думаете о другом, вы думаете только о том, что вы делаете, начиная с мелочей. Не могу ничего возразить в этом случае. Вы правы. И как нам ответить на этот вопрос с третьим глазом? Как я смогу открыть свой третий глаз и как им пользоваться? Изучать. Изучать. Да, изучать, развиваться. Третий глаз — это получение информации телепатическим путем. В первую очередь ты должна понимать и верить в то, что ты принимаешь. Но сперва ты должна знать, каким путем ты идешь, развиваться в этом направлении, принимать информацию и поглощать ее, анализируя. Цель достигается, пройдя этот путь. На каком-то моменте ты поймешь, что ты начинаешь слышать, видеть, знать, просто понимать, не зная откуда. Это и будет началом приоткрытия третьего глаза. Я лишь хочу добавить, что раз мы встретились в этой комнате, все вчетвером, значит, у Юли открыт путь к обучению. Я вижу ваш свет в этой комнате. Да. Это был лишь маленький намек с моей стороны. Решать будет Юлия. Безусловно. Наши двери стоят открыты, как вы видите, и свет открыт для всех, кто чувствует вибрации от этого света. Мы можем дальше идти, уважаемые корги? Пожалуйста. Пятый вопрос. Из сеанса моей чистки я узнала, что я с планеты Юпитер. Я бы хотела больше узнать о моем доме, о планете и их обители. Очень часто плачу и говорю, что я хочу домой. При этом я не имею в виду дом здесь, на Земле. Я уже немного рассказал о планете Юпитер и спутниках вокруг. Да. Все они обитаемы. Есть как положительные, так и негативные сущности на разных спутниках. Можно сказать, что у Юпитера собственная система. Говори. Я хотел спросить, но сам Юпитер, он находится, у вас же есть какое-то руководство, какой-то совет, который принимает все решения? Да. Совет старейшин, ну вот в этом направлении. У нас есть главный. Главный. Хорошо. Тогда мой вопрос. А почему до сих пор у вас не получается с этими спутниками, на которых находятся негативные, я так скажу, если позволите? Есть договора. Ах, есть договора. Вы им разрешили развиваться, то есть по их желанию в своем направлении? Или было достигнуто соглашение в этом направлении? Везде достигается соглашение.
Никому не нужны войны, никому не нужны конфликты. Мирные соглашения, даже очень напряженные, но они заключаются, достигая баланса. Я почему это спрашиваю, мне это так напомнило слова моего учителя Архангела Ханиила, когда я его спросил, что мне делать с сущностями. Он мне очень просто одним словом ответил – договариваться. И вот это есть, наверное, то искусство во Вселенной, которое необходимо дипломатия или, скорее всего, в этом направлении дальше идти – договариваться, но не воевать. Почему-то драконианцы другого мнения и драги, цивилизация, и гуманоиды нас не особенно полюбляют, рассматривая нас как инструмент для своих опытов. Но мне очень нравится, что на Юпитере такая точка зрения. Благодарю вас. Это не на Юпитере. Это в целом в галактике. В целом в галактике. Благодарю вас. Тех, кого ты упомянул, да. Очень важные цивилизации. И они лучше других могут договариваться и быть успешны в этом. Да, их присутствие... Раз они на Земле, значит, есть договоренность. Я исхожу из этого тоже. Благодарю вас, Корги. Можем дальше продолжаться, продвигаться. Да. Хорошо. Шестой вопрос. Что мне поможет успокоить мой ум и войти в медитацию с тобой? Гармония. Представляю свой бирюзовый цвет. Бирюзовый цвет – это цвет гармонии. А также это 10% гелия, как я уже сказала, на планете Юпитер. Ты можешь так и представлять себя, как целая планета. Тебе даст это определенный заряд и уверенность. Я залюбовался. Извини, пожалуйста. Этим повтори светом, вопрос. Этим светом бирюзовым, да? Я видел, как вы смотрели на него. Нет, частичкой планеты Юпитер. Ах, частичкой планеты Юпитер. Замечательно. Я повторяю тогда вопрос. В целом. В целом. Хорошо. Итак, шестой вопрос. Что мне поможет успокоить мой ум и войти в состояние медитации с тобой? То есть соединение со мной? Я исхожу из того, что под словом «медитация» она имела в виду связь с моим куратором. Мне трудно представить... Я думаю, что я ответил на первую часть вопроса. Как соединиться со мной? Через стержень. Через стержень и через телепатический вопрос. Также ты услышишь телепатический ответ в тот момент, когда ты будешь готова. Я лишь хочу добавить, да, что все это будет работать, если ты настроишься на чистоту Юпитера. Как я уже сказал, представляй свой гелевый стержень как антенну внутри себя и саму себя представляй как планету Юпитер. Тогда ты легко сонастроишься с волнами Юпитера и со мной. Замечательный ответ. Благодарю вас, Корги. Переходим к седьмому вопросу. Да. Как я смогу разработать свои истинные качества и открыть свое сердце? Например, уверенность или свои силы? Свои силы ты можешь открыть, развиваясь и обучаясь. Свою уверенность ты можешь приобрести, представляя себя, визуализируя и зная, что Юпитер всегда на связи со своей спутниковой системой. Ты его частица. Проектируй все это на себя и свои отношения с окружающими. Знай, что как бы ни случилось, от тебя зависит жизнь всех спутников вокруг тебя. Поэтому радость и позитив, твоя уверенность – это главная внутренняя составляющая твоей гармонии. Благодарю вас за этот ответ. Восьмой вопрос. Как я могу научиться познать себя и мои родные энергии? Визуализируя. Я бы хотел добавить по предыдущему вопросу. Пожалуйста. Если ты чувствуешь, что не справляешься, заряжай свой стержень бирюзовой струйкой, соединяя с Юпитером. Подожди. Сонастраиваясь на Юпитер, постарайся сесть, успокоиться, сонастроиться с Юпитером и представить эту голубую струйку, которая наполняет свой стержень. Когда стержень наполнен, он даст тебе уверенность и знание твоей правоты в том, что ты все делаешь правильно. Это техника. Сонастроиться с Юпитером и взять... наполнить свой стержень. Это даст уверенность. Вопрос был как? Я могу научиться познать себя и свои энергии.
как я могу научиться. Предыдущий вопрос. Да. Предыдущий, как я смогу разработать свои истинные качества, открыть свое сердце, например, уверенность и свои силы. Вот, это вы был на ответ отвечали. Про уверенность. Если благодарю. Ты приходишь в неуверенное состояние, тебя сбивают с толку, тебе нужно сесть, успокоиться или лечь, сонастроиться с Юпитером и заправить свой стержень бирюзовой энергией уверенности. После этого ты сможешь все проанализировать и найти свою ошибку или убедиться в своей правоте. Очень четкая инструкция. Я благодарю вас, Корги. Следующий вопрос. Итак, восьмой вопрос. Как я могу научиться познать себя и мои родные энергии? Я уже сказала, визуализируя и обучаясь. Девятый вопрос. Как мне надо управлять своими энергиями правильно? Делаю команды сама в гипнозе. Достаточно ли мне этого? Нет, недостаточно. Самое главное – визуализация. И не обязательно заходить, я так понимаю, в самогипнозе. В самогипноз нужно входить правильно. Есть разница между медитацией и самогипнозом. Абсолютно верно. Мы обучаем этому. Ты должна понимать, что визуализация в самогипнозе – это самое главное. Если ты не видишь, не представляешь и не понимаешь, что нужно представлять, потому что ты никогда не видела, ты не сможешь достичь желаемого результата. Я уже объяснил, как выглядит частица Юпитера. Ты можешь спокойно визуализировать свои тонкие тела с бирюзовым стержнем внутри и хайло вокруг тебя. Ореол. Вокруг всей твоей тонкой копии, как аура, распространяется дальше и дальше. Продолжай. Десятый вопрос. Меня сопровождает то один, то два голубя. Правильно я понимаю, что это именно ты, Корги? Такой вопрос. Скажем так, это мой знак. Я делаю это для того, чтобы ты улыбалась. Для того, чтобы ты не забывала, что юмор всегда должен присутствовать, иначе ты потухнешь. Корги, от вас идет столько позитива, прямо чувствуется здесь на земле. Я сижу здесь на земле, общаюсь с вами, и я чувствую ваши вибрации. Мне очень приятно ваша энергия и настрой, и вообще то, что, о чем вы говорите, прямо отзывается в моей душе, хотя я родом с Плеяд. И тем не менее, я это прекрасно все понимаю, и мне это очень приятно. Я вам хотел это заметить. Я благодарю тебя за комплимент. Отлично. И переходим к заключительной части. Благодарю, благодарю, благодарю вас всех, особенно Веру Влада и моего куратора Корги, за эту возможность получить ответы. Прекрасное заключение. Я надеюсь, это был очень полезный сеанс для Юлии. И мои ответы были полные и достаточные. Благодарю всех в этой комнате за мое присутствие и принятие меня как гостя. Уважаемые Корги, вы должны были понять, что в нашей комнате существует очень добрая традиция, которую нельзя нарушать. И каждому куратору, который или учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами на земле. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Корги, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту встречу и просто поблагодарить его за эти прекрасные ответы. Какой великолепный подарок на моей газовой планете. Это очень пригодится. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый Корги. Мы не прощаемся. Я хочу обратить внимание. Пожалуйста, да. Все в этой комнате стали моими слушателями, и всем в этой комнате приятно от того, что я говорю. У нас стоит позитивная атмосфера. Да. Теперь вы понимаете, что значит быть Юпитером со спутниками. В гармонии находиться со всеми. Совершенно верно. Все остаются довольны. Я оставил приятные впечатления, не нарушая баланс внутри себя.
Мне было приятно здесь находиться. Я не хвалю себя, я лишь передаю Юлии пример души с Юпитера. Это отличный пример, который требует подражания. Я бы сказал, всех людей, наверное, которые живут не обязательно с Юпитера, если бы каждый дарил свою любовь или позитив этому миру, он был, стал бы намного добрее. Я понимаю, но души с Юпитера не могут жить без спутников. Вокруг них всегда много народу. Хотя им иногда хочется побыть в одиночестве. Может быть, когда-нибудь вы при возможности расскажете чуть больше о своей планете. Мы не имеем права вас расспрашивать о вашей планете особо. Но если у вас будет когда-нибудь желание рассказать Юлия о Юпитере, я думаю, вы сможете ей напрямую сообщить на ее вопрос. Я думаю, что в какой-то момент Юлия достигнет таких высот, что сможет сама посетить свою планету. Да, будет так. Уважаемые корги, мы закончили. Очень был... Я лишь хочу добавить, да. В одиночестве нам нужно побыть, чтобы наполнить свой стержень. Теперь, кажется, все. Передавайте, пожалуйста, от нас привет Юпитеру, всем кураторам, у которых есть представители на Земле. Мы будем рады открыть двери, до кого вы достучитесь, кто готов. Это наша работа, мы с удовольствием ее делаем. Благодарю еще раз. Не прощаюсь. Не прощаемся. Привет Юпитеру. Всех благ. Рассинхронизируйся, Верочка. 1, 2, 3. Готово. Какие позитивные энергии, которые мы только из ангельского мира знаем. Какой замечательный куратор. Юлия, мы закончили встречу с вашим куратором. Как вы ее оцените, эту информацию, которую вы получили на ваши вопросы? Я даже не знаю, что сказать. Я нахожусь в таком восхищении и эйфории. Да, благодарю вас за эту встречу. Да, корги ваш действительно уникальный куратор. Он прям от него позитив идет и идет и идет. Прослушайте пару раз этот сеанс. Если будут вопросы, обращайтесь к нам. Хорошо? И будем возвращать вас сейчас назад, ваш биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.